Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1286. И нам нужно найти число, которое пункт А на 1,3 больше, чем число 3,7. Чтобы найти это число, нужно к числу 3,7 прибавить 1,3, потому что нам нужно найти число, которое больше вот на 1,3. Чтобы сложить два смешанных числа, нужно к целой части прибавить целую часть к дробной части. Дробную 3 плюс 1 – 4, 7 одиннадцатых плюс 3 одиннадцатых. Складываются только числители, знаменатели остаются тот же. 7 плюс 3 – 10, то есть получаем 4,10. И пункт Б. Нужно найти число, которое на 8 семнадцатых меньше единицы. То есть от единицы нам нужно вычесть, отнять 8 семнадцатых. Чтобы из единицы вычесть дробь, нужно единицу представить в виде дроби. В данном случае со знаменателем 17, чтобы у нас были одинаковые знаменатели. 17 семнадцатых это будет. Если числитель и знаменатель равны, то это единица. Поэтому 17 семнадцатых то же самое, что единица. Минус 8 семнадцатых знаменатели одинаковые. Вычитаем только числители. 17 минус 8 будет 9. Знаменатель остается тот же. 9 семнадцатых получили в пункте Б и выполнили задание 1286. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.